здесь мнимая взята 2015 год. У меня для продажи 2021 года. Это мнимая сделка. У меня сейчас на 18 число по многим открытым обстоятельствам Верховный суд решил. Пол Кадыршаевич, я к вам с просьбой обращаюсь. У меня вот здесь взламывают дверь по мнимой сделке. По мнимой сделке купли-продажи. У меня вот, пожалуйста, стоит арест Аламединского района по уголовному делу за 19-й год. Пожалуйста, вот оригинал. А они сделали купли-продажи в 21-м году. Это судьи не беспристрастно сработали, вынесли определение о выселении. Я много раз обращалась в Генпрокуратуре. Алло, приди. В Генпрокуратуре, в этом, как ее, аппарат президента, все знают, я на контроле у вас. Пожалуйста, это вот не я зовут Сурья Мавляновна. У меня вот дверь первый раз сломали в мае месяце, это второй раз. У меня есть постановление на по вновь открывшимся обстоятельствам послали сюда. Они, минуя это решение, постановление Верховного суда, они взяли и назначили на 18 марта только. А выселение вот сейчас сделают. Они постановили. Пожалуйста, отошли сейчас, пожалуйста, отошли, что они вот ломают дверь. Они ломают дверь. Вторично ломают дверь. Они меня еще толкнули, я вот здесь упала. Нет, я зайду. Там у меня ценные вещи. Они взломали. Каракоша 200 мин, 11-22 жылдары чыккан чечим негизинде, андан кийин 2022 2022 чыккан чечимде киселене боюнча акыркы чечимдерин айтканда Каракоша соту тарабынан 26 декабрь 23 жылы иш токтотулган. Аны 50 тоолучу арызданганынын эскеме басып соттун арызданганынан кийин 22 январь 24 жылы ал чечимди жокко чыгарып аткаруу бурактын күчүнө калтырылган. Ошонун негизинде аткаруу бурактын негизинде үйдү бошотуу иштери асыгып жатат. Камчыбек Кадыршаевич, пожалуйста, остановите этот вывод. Смотрите, как они все нажитое комкают и вот так выносят.